Для православных саровчан прибытие в наш город Ковчега с частицей мощей святого праведного Феодора Ушакова – важное событие. Адмирал был великим флотоводцем и христианином. И вот такие люди, как адмирал Ушаков, являются ярчайшим примером верности, веры и любви к Богу и к Отечеству нашему. Именно на примере таких людей, как считают священнослужители, и нужно воспитывать подрастающее поколение, которое должно возрождать и укреплять традиции, заложенные нашими предками. И вот дай-то Бог, чтобы каждому приходящему к святому праведному Федору Ушакову, к его поклонению, Господь даровал те добродетели, те качества, которыми обладал и сам святой. Верою, надеждою, любовью и верностью своему Отечеству. Прославлением святого праведного Федора Ушакова в нашем городе активно занимается общественная организация ветеранов военно-морского флота. 9 декабря 2007 года у нас в городе появилась первая иконописная икона Федора Ушакова, которая была сделана на деньги вот как раз членов нашей общественной организации. И она находится до сих пор в храме Пантелеймона, и там есть как раз частичка мощей Федора Ушакова. Ориентировочно ковчег с частицей мощей святого праведного воина Федора Ушакова будет находиться в Сарове до 19 января. Затем святыню отвезут на место ее постоянного пребывания в Санаксарский монастырь. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.